Всем привет! Хочу вам рассказать, что можно успеть сделать, если ты встаешь в 6 утра. Можно сварить кашку куров, кузи кашку, щи из щавеля, немножко поубираться, развесить белье, подстричь хрен, который расхренакался. Даже немного помыла вот здесь, вот так подстригла, и получается, что у меня опять все грязное. А прям вот с утра вот ходишь, и прям одно удовольствие. Да. Еще пока прохладно, у нас сегодня, по-моему, 30-ник будет. А еще вот так вот ходишь и просто кушаешь маленько. Такой завтрак. Ой, моя любимая желтая. Вкусная. Кузьма уже погулял. У Кузьмы уже все хорошо, он уже домой забежал. Так что вот такое у нас замечательное утро. Жизнь продолжается. Главное не унывать. А еще я накормила, если вы ее видите, дикую кошечку. Ты где? Даже я тебя что-то не вижу. А, нет, вот уши. Уши видны. Уши, уши. Шипела на меня. Да. Кушай. И. Да. Девчонки мне дали. Привечка. Вот такое хорошее, прекрасное утро.